Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Для того, чтобы домашние цветы радовали своим ростом и цветением, надо соблюдать за ними уход, периодически подкармливать. Владельцы комнатных растений обычно выбирают между покупными подкормками и домашними натуральными. Сегодня я расскажу про подкормку домашних цветов и растений пивом, ведь в нем содержатся пивные дрожжи, а они очень полезны для любого живого организма, и растения не исключение. Дрожжи – это грибок, который, попадая в грунт, пробуждает к росту полезные микроорганизмы. Полив будем производить естественно разбавленным пивом. Сперва нужно перелить напиток в емкость с широким горлышком и оставить часов на 5. Алкоголь частично выветрится, далее разбавляем 6 частями воды. То есть, если у вас пол-литра пива, то разбавляем 3 литрами воды и можно сразу поливать. У растений после этого повышается иммунитет. Они становятся устойчивыми к паутинному клещу и щитовке. Также цветы быстрее растут, лучше развиваются и цветут, так как в составе пива есть калий, листья становятся в цвете ярче. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!